Здравствуйте, с вами Пули. Сегодня я вам расскажу еще об одном фотоконкурсе. Если вас интересуют темы конкурсов для фотографов и художников, не забудьте подписаться на этот канал Пули. Если вы хотите поддержать мой канал, пожалуйста, поставьте лайк, если мое видео вам понравится, и пишите комментарии. Ссылочка на информацию о конкурсе, как обычно, будет под видео, а я вам сейчас вкратце расскажу. Это фотоконкурс «Фотоэссе о горах Банф-2024». Участие бесплатно. Поучаствовать можно до 6 мая 2024 года. Организатор – Центр искусства и творчества Банфа из Канады. Формат конкурса – это фоторепортаж до 5 изображений. Сразу скажу, приз будет 3000 канадских долларов. Нужно прислать фотоистории с горами, которые подпадают под категории культуры, приключений, дикой природы, спорта, окружающей среды или естественной истории. У меня нет особых таких фотографий с горами. Если честно, я даже в горы, вот конкретно в горы, никогда не ездила. Я как-то предпочитаю отдыхать возле моря. Вот. Ну, пока что меня в горы не тянет. То есть, конечно, в принципе, неплохо было бы там погулять денек. Но на неделю, например, я в горы сейчас не готова ехать. Ну, вообще, я сейчас пока никуда не езжу, вы знаете, я живу в Запорожье, у нас идет война в Украине. Но пока что меня горы не прельщают, не интересуют. Но если вы ездите в горы, если у вас есть хорошие фотографии, можно поучаствовать. Довольно приятный приз, вот, и можно заявить о себе. Пишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы горы, ездите ли вы туда, есть ли у вас такие фотографии, будете ли вы участвовать. Благодарю всех за просмотр, с вами была Поля, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, всем пока!